Дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои друзья, угадайте, где я нахожусь? Ну, конечно, в транспортной компании СДЭК. И сейчас я вас познакомлю. Девчонки, была везде, ну, кроме СДЭКа. Хочу вас познакомить. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие подписчики, знакомьтесь с Натальей. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, обязательно вам потом ответят. Наталья, извиняемся, тут человек пришел, и мы решили немножко прервать съемочку. Вот, отправка, получение, да, идет у нас? Сейчас вот так получилось, что мы съемку проводили. Начали, да, и вот пришли получать посылочку. А за кадром хоть можете, если не стесняетесь? Давно пользуетесь? Давно пользуюсь. Нравится? Ну, конечно, удобно. Доставка быстрая? Быстрая. Да? Да, все хорошо, все здорово. Спасибо вам огромное. Человек стесняется в камеру, поэтому ничего страшного. Человек пошел примерять. Примерять, да? Частичная доставка. Частичная доставка? А что такое частичная доставка, коль мы уже... Начали, вот, да? Да, начали. Смотрите, объясните. Частичная доставка, да? У нас есть интернет-магазин, который продает свои товары. В частности, у нас Чиколетто из Бреста. Из Бреста, да? Да. Прислали два товара. Человек может выбрать себе любой. Да? Померить. Так как у нас есть примерочная. А, вот есть примерочная. Да. И... Померить. Что-то подошло? Покупаем, не подошло, отправляем обратно. Это называется частично, да? Частичная доставка. Вот честно, честно, сама снимаю, но ни разу не слышала о такой частичной доставке. Ну, коль у нас девушка примеряет, да, расскажи, пожалуйста, что у вас за компания, чем вы занимаетесь и полностью, что у вас интересного? Ой, у нас интересного очень много. Да, ну расскажите, а мы послушаем. Логистическая компания, которая занимается доставкой грузов больших и маленьких. Сколько мы уже? Лет 20, наверное, уже на рынке, да? 20 лет, скорее всего. Очень много около. Даже не могу сказать, сколько у нас пунктов выдачи. Очень много. Да? Даже по всей земному шару. Здравствуйте. Здравствуйте. Не отправить. Отлично. Вот, видите, сейчас пришли на отправку. Есть транспортная компания СДЭК, можно приобрести посылочки, такие вот коробочки, куда можно упаковать. Пока сейчас обслуживают людей, я хочу пройти, показать. Вот отправки, все упаковано. Ольга Александровна. Также в коробке. Все аккуратненько лежит в пакетах. Здесь можно приобрести коробки и мешки. Сейчас нам Наталья расскажет. По-моему, я слышала, от кого-то я не помню, слышала, по-моему, на СДЭКе пакеты бесплатные. Мы сейчас об этом уточним у нее. Правда это или нет? Я от кого-то слышала. Сейчас мы уточним. Сейчас люди пришли, кто упаковать, кто получить. Мы продолжим. Что вы делали вот сейчас? Сантиметром замеряете? Конечно. Да? Замерили сантиметром. А потом взвешивайте, да? Взвесили коробочку. Так, магистралка 2-3 дня 948. И экспресс 2-4 дня 1180. Пока не отправляем. Магистрали. Это, ну, как этот. А какая еще есть там по цене? И что, дешевле есть? 948, самая дешевая. Давайте 948. Так, смотрите, здесь все упаковывается.
Ну и, конечно, здесь работает Александр. Здравствуйте, Александр. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Вот там пока у вас есть, там Наталья занята, я хочу с вами поговорить. Можно? Конечно. Спасибо огромное, то, что вы меня впустили в свое пространство с ДЭКа. Александр, расскажите нам, пожалуйста, у вас какие-нибудь бывают скидки или договора? Я человек, знаете, поберушка по скидкам, да? И я слышала такое, что с вами можно заключать договора. Да, действительно, Тамара, вы правы. У нас есть, не то чтобы скидки, есть, если вы с нами заключите договор, то в дальнейшем вы просто получаете выгодные тарифы, у вас не будет переплат, если будет оплата получателем, то есть они будут меньше намного. Да и вообще получаете, при заключении договора вы получаете ряд преимуществ. Самое интересное, вы знаете, что... А что нужно для этого сделать, вот скажите? Чтобы заключить с нами договор, от вас всего лишь надо отправить нам карточку клиента, то есть свои реквизиты, данные по ИП, там, по самозанятости, паспорт, ну, там, реквизиты по банку, ну, самый минимальный пакет. Угу. Остальное все я сделаю за вас, сделаю договор, он будет только подписать, начать работать, личному кабинету я всем обучу, всем отправкам я вас научу, то есть поэтому вас никто не бросит, вы не переживайте, как бы, да, на первом этапе у вас будет закрепленный менеджер, который будет помогать вам работать, все расскажет, все покажет. Там, допустим, в виде меня, если вы не против. Нет, не против. Так что я надеюсь, дорогие подписчики, ИПшники, которые занимаются продажами, пожалуйста, обращайтесь в компанию СДЭК к Александру. И Александр вам во всем поможет, даже оформить. Правильно? Я так совершенно поняла, верно, да? Совершенно верно. Помощь от вас можно? Да, дождаться. 24/7. 24/7. Помощь можно дождаться, да, от вас? Конечно. Так, а что еще вы можете сказать про свою компанию? Вот я слышала, что у вас, не от вас я это слышала, я слышала, что у СДЭКи есть бесплатные какие-то пакеты. Нет, не правда это или правда? Нет, это правда. На самом деле мы своим клиентам предоставляем бесплатную упаковку. А 4 и А2 пакеты бесплатные, а 3 это уже платные. То есть, соответственно, есть категория платной упаковки, есть категория бесплатной упаковки. Видите, это же тоже своего рода скидка и экономия. А вы говорите, нету скидок. Вот скидка. Пакеты. Когда заключают с вами договор, тоже у вас. Да, да, помимо, так сказать, скидок бесплатных пакетов, для топовых клиентов, скажем так, которые имеют большое количество отправок, хотя бы там от 100 там, и более, мы можем уже обговаривать непосредственно индивидуальные скидки, даже помимо выгодных тарифов, которые есть базовых, да, скажем так. Можем что-то дополнительно обсудить. Все это индивидуально, все это обговаривается с каждым клиентом лично. Были случаи, что приезжала машина, допустим, забор груза бесплатно там делали, да, там за наш счет. То есть, ну, разные преимущества, бонусы. Ну, опять же, все это так сходу не сказать, да, надо понимать каждого клиента, понимать его потребность, что ему надо, и только после этого, соответственно, находить, скажем, общий язык. Ну, вам же WhatsApp-группу можно написать, да? У вас же есть сейчас WhatsApp-группа СДЭК, да, где можно написать? Верно, да, у нас есть сейчас своя группа WhatsApp, вы можете обращаться со своими вопросами туда. Также я предоставлю свой контактный телефон, по которому также... И под видео мы напишем, да? Да, всё. Без проблем, конечно, у нас... Мы даже уже больше укажем 2 телефона. Один это мой как менеджер, да, скажем так, что касаемо договорной работы. Также предоставим телефон клиентской зоны, то есть где вас могут консультировать непосредственно по упаковке, по отправкам, по страхованию, то есть по более подробно по услугам, да, по самой работе как бы клиентского дела. По приемке груза, что, куда, как отправить, сколько. Может быть, вам интересно просчитать стоимость отправления, да, допустим, по договору, без договора. Это вам поможет уже клиентский отдел. Ну, собственно, если как бы да, если могу я помочь, на самом деле, без разницы. Угу. Скажи, пожалуйста, а вообще в какие города вы отправляете? Какие вот именно города? А были интересные какие-нибудь случаи такие, что неожиданно не было такого? Да, конечно, было множество случаев. Но вообще отправляем мы на самом деле по всему миру. Если взять Россию, на сегодняшний день наша, собственно, региональная сеть составляет порядка 2,5, наверное, 3000 офисов, не считая постаматов и мелких пунктов, которые открываются в торговых центрах. А вот скажи, пожалуйста, какие бы вы советы ИПшникам бы дали?
Вот какие бы советы начинающим? Вот я, например, подошла к девушке и говорю, ИПшнику, говорю, Лен, ты знаешь, что вот есть ДЭК-компания, где вы можете заключить договор, тот, она говорит, а где это? А как это сделать? Ну вот как вот все-таки моим ИПшникам нужно только на телефон к вам обратиться, да, на WhatsApp-группу написать? Любой удобный способ связи для вас. Это электронная почта, это WhatsApp-группа, это телефон. То есть мы отвечаем во всех направлениях и рады, да, клиентам с разных направлений. Готовы подсказать каждому. Неважно, причем не зависит ваше местонахождение. Да, независимо от этого, где вы находитесь. Тоже хочу заметить такой интересный момент, что, допустим, заключив договор с каким-то подразделением, вы к нему абсолютно не привязываетесь. В этом плане вы абсолютно свободны. То есть сегодня вы можете отправлять где-то там в Москве, завтра вы проездом в Владикавказе или там где-то еще, там, да, вы можете отправить там в подразделение или за рубежа, находясь уже в Турции, допустим, отдыхая, да, вы прикупив какую-то партию вещей, вы можете взять и отправить сюда непосредственно. Причем в Турции у нас тоже есть собственные офисы. Наша в странах более 15 стран. Но как бы на этом наша как бы зона доставки не ограничивается. Там, где нет наших офисов в странах, скажем так, мы пользуемся услугами партнеров. Угу. Ясненько. Так, ну что ты, моя звезда, тут все в работе. Как же. Вы давно пользуетесь компанией СДЭК? Ну, давненько, если нужно, то пользуемся. Да. А вы на камеру нам можете сказать? Нет, сняйтесь. Я не стесняются, поэтому ладно. Конечно. Стесняются. Ну, вообще, давайте хотя бы вне камеры, я имею в виду за камерой, да? Скажите, давно пользуетесь СДЭКом, да? Еще раз повторюсь. Года 4 уже точно. Года 4, да. Нравится вам? Все нравится, все в срок. Отслеживаешь на сайте. Без даже проблем, и порой да? Раньше приходит. Раньше даже конечно. Приходит, да? Угу. Все, вот, все так. Комфортно. Да, спасибо большое. Так, все, да? Все, так спасибо. Что пользуйтесь все транспортной спасибо, компанией СДЭК, да? Да. Так, спасибо большое. Вот, смотрите, тут она все печатает, строчит. Скажи мне, пожалуйста, Наталья, мы немножко отвлеклись, да, отошли, потому что у тебя тут работа была, простите. Извините, съемка-съемка, работа должна быть работой, правильно? Скажи, пожалуйста, вот мы про... Девушка получала посылку, частичная доставка. Да, еще раз скажи, пожалуйста, если она что, отказалась, что ли? Она у нее было два одинаковых костюма. Она отказывается, и кто оплачивает вот эту вот пересылку? Да, обратно. Оплачивает интернет-магазин. Ну, там уже получается, по-моему, половина стоимости. Да? Вот стоимости доставки. Она одну купила, одну оставила, да? Да, и обратно сейчас вы отправляете, да? Да, сейчас вот я сложу. Угу. От костюмчика она отказалась. Костюмчик. А такой шикарный костюмчик. Девочки, быстро на распродажу. Или быстро кто из моих подписчиков, забирайте костюмчик. Девушка выбрала. Какой цвет красивый. Спасибо. Посмотрите, девочки. Видите, заказали костюмчик. Одну вещь забрали. Беларуси. Шикарные вещи в Беларуси. В Беларуси шикарные. И назад отправляют. Да, Наталья? Да, сейчас я это все уберу. Так что? Обратно положу. Положим на полочку, он будет ждать своего возврата. Да, все аккуратненько, да. Все, ок и шик. А про пакетики-то нам сейчас, я у Александра выпытала, там говорят, что у вас бесплатные, да, пакеты? Пакетики есть у нас бесплатные. Угу. Есть маленький пакетик. Ну, я пока сейчас тут съемку вам вела, я смотрю это. Идут и идут, я даже не могла снять. Вот. Думаю, уже когда они уже остановятся. Поэтому, да. А скажи, пожалуйста, в какие города вы вот сегодня, какие ты города отправляла? Только не было, вот, что есть. Вот. Красноярск, Ноябрьск, Санкт-Петербург, Абакан, Нижний, Оленегорск даже какой-то вот есть. Оленегорску привет. Белгород, Москва. Это область Кубинка, да. Домодедово, вот, Чечня, Грозный. Грозный допустим. Есть, да? В разные, ну, да, города отправляете? Отправляем по всему шарику. Да. Ясненько. Также в этой, здесь можно... Посидеть в креселке, дети, для детей рисунки порисовать. Детки пока оформляются посылки. Не буду отвлекать, пока Наталья упаковывает. Также здесь, оказывается, еще и вкусными конфетами кормят. Ой, дети очень любят.
да? А Тамара Шик тоже очень любит конфетку. Можно взять? Пожалуйста. Видите? Так что Тамара Шик ее сейчас съест. Как вот эта вот темнокожая девочка. Лилу. Кто? Лилу. Лилу? Угу. Так, Наталья, вот пока вы упаковываете, что вы нам еще можете, моим подписчикам, рассказать? Про свою компанию. Вот смотрю, посылочки у вас там, да, вот коробочки можно купить. Ну, это тариф такой есть. Посылочка назначена для физических лиц. Угу. От пункта СДЭК едет до пункта СДЭК. Угу. До квартиры это совершенно другой тариф. А у вас курьеры есть? Курьеры есть, курьер доставляет до дверей, да. До дверей? И сколько курьер стоит, если вот курьера заказать от СДЭКа? Помощь другу называется, да? Да. Да. Александр, сколько у вас это стоит, курьер? Ну, смотрите, допустим, услуга от склада, да, с разницей услуга от двери, то есть склада вы приехали, сами сдали, и чтобы к вам приехал курьер, от 80 рублей. Но есть такая замечательная услуга, она работает только по договору, если вы скопили консолидацию груза определенного, там 10, 15, 20 посылок вам за раз отправить, а выезд курьера будет стоить 300 рублей. А он забирает консолидацию до 100 килограмм. И дальше расчет стоимости отправления будет идти уже не от двери, а от склада. То есть как будто вы сами в наш клуб пришли и отдали нам товар. Это как бы очень приличная экономия. Угу. Ясно, спасибо большое. Да. Такие вопросы очень важны для людей. Знаете почему? Потому что сейчас кризис в стране, надо экономить. Правильно? Да, Наталья? А сейчас что ты тут делаешь? Крупкий товар. Вот оно. Вот знаете, а я отправляла хрупкий товар. Мне почему-то такой не приклеили на Почте России. Это Почта России. А на СДЭКе вот приклеивают хрупкий товар. Да? Молодцы. Первый раз вижу, что хрупкий товар. Мне вот лично на Почте России такой не лепили. Я помню, отправляла стеклянный товар. Так, Наталья, я, конечно, очень дотошная женщина. Поэтому я хочу еще узнать, что нужно для того, чтобы к вам прийти, отправить посылочку. Ничего сложного нет в этом. Берете посылочку свою, которую вам нужно отправить, приходите к нам. Да? Если у вас нет никакой упаковки, мы ее аккуратненько упакуем. Либо в пакетик, да? У нас есть пакетики бесплатные. Такой поменьше, такой побольше. Есть еще платные, естественно, да, конвертики для документов. Вот такие вот аккуратненькие, красивые. Угу. Ну, также, естественно, есть платная упаковка. Это вот так возврат, да, у вас оформляется? Да, вот, вот то, что вы вернули обратно, да? Угу. Вот это вот. Вы вот так лепите, возврат. Возврат приклеили, да. Угу. Сейчас положим его на полочку, буду ждать своего возврата. Своего дня. Да. Потом оформится возврат, и он поедет обратно. Своему отправителю. И вот так у вас пришли, ушли, да? Наталья, расскажи, вот что это за виды упаковки у вас? Я вот смотрю так, тут. Ну, коробки, да, всевозможные, да, вот поменьше, под 10 килограмм, там вот стоят дальше побольше коробки, да. А, вот это, да, вы вот, все? Вот, большие, да, коробки. Угу. Там поменьше стоят, да, коробушки, мешки, да. Мешки упаковочные, если, там, да? Вещи, допустим. Ну да, коробки, чтобы не промочить ничего, да? Мешки убираем, да, ага. Тубусы, все это кругленькое. А тубусы, а что в тубусы складываете? В тубусы. А? Вот это? И это тоже вот это? Люди же всякое отправляют. Да? И вот если, дорогие друзья, если кому-то надо коньячок в тубусы, я вот лично не знала, живу 50 лет и не знала, что в тубусах отправляют. Да, в тубус он тут. Вот это Наталья показала. Да, вот это сидит тут хорошо. Бумага, что там нужно завернуть, либо пустые места забить, да? Угу. Что еще? А вот это вот, что такое? Подожди. Вот это у нас. Я прям смотрю и думаю, что за такое? Да. А что за пломба? Запакуются у нас мешки. Мешки упаковывают. Да, грузы, да. А почему они разных расцветок? Вот. Вот этот срочный груз, когда идет, надо быстро, допустим, доставить, срочно. Ага, ага. Вот такая этикетка, это у нас. И уже там знают, что это быстро, да? Конечно, да. А красная? А это когда, допустим, вы отправляете мешок вкусняшек своим детям, да? Это и вот это красненькое, это сладенькое? Нет, это, то есть, весь этот мешок
скажем так, идет одному человеку. Ага. Вот. А это обычное, когда очень много всяких, ну, мелкие, да, пакетики, разные-разные города. И закрываем мы белыми пломбами. Вон оно что. Да. Не знала тоже. Очень интересно, кстати. Вот. Молодцы. Вот это есть. Что это? Это пупырчатые пленки. Пупырчатые. А вы знаете, я всегда... Антистресс. Да, я люблю, когда вот где-то упаковывают, и я вот так делаю. Напишите в комментариях, а кто любит вот эти пупырчики вот так успокаивать? Это же массажер, это успокоение нервной системы называется, да? Да. Да? Вот почему-то как бы ты не хотела, вот хочется вот так вот. Даже если ты не хочешь, да, хочется, да? Тоже ей упаковываете, ну, да? Да, конечно. Угу. Спасибо. Вот. Очень интересно, кстати. Особенно мне вот про пломбы понравилось. А про тубусы так вообще огонь. Не знала, что можно отправлять. Буду своему зятьку на 50 лет точно через ДЭК отправлю вот в таком тубусе. Так что, Игорек, жди. 50 лет, тубус к тебе на Сахалин. Прилетит. Так, девчонки, здесь вот видите примерочная. Ну, конечно, даже на садоводе не у всех есть примерочная, а вот зэки есть. Видите, я даже мне разрешили сюда зайти с камерой и вот вас вам показать. Даже в зэке на почте есть примерочная. Надо спрятаться от всех. А на садоводе, дорогие друзья, не у всех есть примерочная. За что я иногда ругаю. Люди пришли за товар купить, и нет примерочной. Видите, даже на почте есть примерочная, где вы можете все это померить, измерить. И захотели, выбрали товар и отправили. Вот что значит 21 век. Ну, Наталья, еще раз скажи, как вы работаете, график вашей работы. Ну, Александр там сказал 24/7 звонить. Тебе тоже, да? 24/7. Да, ну, работаем мы с 10 утра. Угу. Вот, в будни до 8 вечера. Угу. А суббота, воскресенье также с 10 часов и до 4 часов вечера. Работаем в пандемию, не закрывают. Ой, для вас сейчас пандемию, да, это самое такое, куда должны быть везде отправки, отправки, отправки. Как бы люди не сидели дома, но они хотят сейчас пить пиво, пить коньяк, отдыхать, тусить. И к ним, чтобы посылочки летели, правильно? Без обиды, а так оно и есть, ребят. Может быть, я что-то не то сейчас вам сказала, но реально люди сейчас жмут кнопочки, и товар должен ехать к ним. Не хотят уже ни магазинов, ни рынков. 21 век. Поэтому СДЭК нам, говорится, о чем? Нужен. Он необходим уже. Да? Правильно? Наталья, спасибо тебе огромное. Александр, вам тоже спасибо огромное. Он, правда, у нас немножко стеснялся, но ничего. Второй раз уже будет лучше. Спасибо, да? Вам, что пришли. Спасибо, да. Вам. Спасибо вам большое, Александр. Не стесняйтесь, потому что мои подписчики, любых моих, мои подписчики уже ваши подписчики. Вы знаете об этом? Мы будем только рады. Да, поэтому, дорогие друзья, те, кто хочет заключить договор со СДЭКом, пожалуйста, пишите, звоните, в WhatsApp-группу пишите Александру, какой вопрос, любой вопрос, даже и просто подписчику, если есть какие-то вопросы по СДЭКу, Александр всегда ответит. Извините, вы сказали 24/7? Все. Теперь... Да, не отвертитесь. Ну, а мы вам, дорогие друзья, не говорим до свидания, говорим до новых встреч, потому что я еще хочу прийти к Александру, чтобы и к Наталье, чтобы они нам процесс весь показали, как это все упаковывается, как это все отправляется. А сегодня мы так прошлись, поговорили, рассказали, как это делается, как это немножко здесь, правда, люди шли, зашли, вышли, и мне пришлось отключать камеру. Девчонки, если кого интересует, и мальчишки в том числе, СДЭК, пишите. Ну, а мы не говорим до свидания, говорим вам до новых встреч. Спасибо, Александр, что вы мне рассказали, потому что когда я узнала, что вы занимаетесь СДЭКом, вы же знаете, что я день и ночь вам звонила. Было дело. Может, было? Даже 24/7. Да-да, было, потому что очень многие мне задавали вопросы по СДЭКу, и я сказала, а почему меня бы не пригласить к
вам на СДЭК и не рассказать, как это все делается. Потому что очень многие люди задают и не знают, как это все отправляется и что это, что и с чем едят. Вот так могу сказать. Все, спасибо большое. Всем пока. И все идем на СДЭК.